Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю работать над автомобилем Кагуар. И сегодня будем подготавливать салон, красить салон. Будем красить внутри корпуса, площадку, сиденье и панель, чтобы уже можно было склеивать две половины корпуса и после этого начать собирать автомобиль дальше. Краски буду использовать, базовый цвет буду мешать краску Tamiya XF55 Dectan и XF78. Сиденье буду красить краской Mr. Hobby Dark Grey, а торпеду, панель буду красить Olive Drab. Сейчас подготовлю краски, намешаю. Базовый цвет буду мешать один к одному, пропорция. И посмотрим, что из этого выйдет. Размешал краску. Ну, и начнем красить в ускоренном режиме. Если что, потом придадим нужный цвет желтым фильтром.
покрасил. Теперь дам краске немного подсохнуть и сделаю ремни безопасности на сиденье. Сделаю панель, руль. Ну и после этого уже можно будет собирать воедино, и склеивать и продолжать сборку дальше. Цвет краски получился неплохо. Я немножко сделаю желтый фильтр, нанесу. Будет натуральный пустынный цвет. На этом данное видео буду заканчивать. Уже собранный салон покажу в следующем видео. Ну и дальше будем собирать тоже в следующей серии. Так что, друзья, кому интересно, продолжайте следить за выходом следующих серий. Спасибо вам, что смотрите. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким, друзья.